Всем привет, с вами DBJ, я также продолжаю проходить игру «Времена раздора». И сегодня мы продолжим играть в карточку «Перекресток дорог», чему я несказанно рад, я уже давно хотел бы ее пройти до конца. Итак, что же у нас имеется тут? А имеется у нас вот это войско. И все, что к нему прилагается, это... Очень маленькие, сами поняли, что. Вот реально очень-очень-очень мало у меня теперь этого. Денег. О, подождите. Все, что ли? Да, не так. Я не хочу переплывать через этот, а? Злосчастный. И ты давай. И сюда быстро. Так, теперь укрепление брони. И благословение. Ну, супер. Так. Теперь у нас маленькое, но преимущество. Кого бы валить-то? Несомненно, бы валить стоило лучников. Или дай-ка лучше этого рыцаря. Что-то мне рыцарь в последнее время не нравится. Так, тебя и тебе тогда. Ух. Только бы не убили... Есть, не убили. Это хорошо. Кстати. Бонус ко всем защитам. Ну, блин. Классный бонус. Если он бы всегда такой был, цены бы ему не было бы. Так. Вроде все. Ну, мы уже это знаем, что он его не убьет по-любому. А второй раз гораздо больше. Два раза и получается 70% прошедшей защиту, да? Давайте его убьем. И этого цапнем. Так, убьем одного из них. Вылечимся, вылечим остальных. И добьем. Есть. 70. Нормальненько, я так смотрю. Ух, слава богу. Успели, все сделали. И надеюсь, мы сможем противостоять еще и не таким врагам. 5 часов, а там 3 часа. Надеюсь, успеем. Да, все-таки успели. Давайте. Вот так. И вот так. И вот так. Вот так. И вот так. Вот так. И вот так. Ух, нифига себе, она по 2 дает? Да, по 2 действия реально дает она. Как вовремя. А, это, наверное, из-за... Понял. Это все из-за благословения. Скорее всего, так. И выходит. Ну, я и не против. Так. Ой, вообще супер. Сколько там это осталось? 2 часа всего лишь. Плохо с одной стороны. Так, кирасир. Так, ничего не обременяет, да? Ну тогда это хорошо. Ох, жалко, ну ладно. Кого бы тогда теперь убить? Ну давайте тогда одного из лучников. А ее убью следопытом. Так, теперь ей, ей,
Два удара, да? Ну давай тогда его убьем. Этим двумя. Этого добьем. Так. Ну этого, да, скорее всего, не сможем. Вот. Вот так у нас вот и получилось. Меньше часа, нифига себе. Ох, я боюсь, что мы не сможем противостоять им. Блин, что же делать-то, а? Денег-то... Деньги теперь-то не проблема. А вот что касается... Сами знаете чего. У нас с этими есть проблемы. Нет, ничего не нужно. Ох, у них еще и стремительность. Ничего ж себе, а. Так. Вот так. Да, это будет кровопролитная битва. Нифига себе, у него еще и... Ох, ёшкин кот, а. Да. Вот этого это и боялся. Они, да... А, они второго левела уже стали. Тогда понятно. Так, ну, мы остальных уже не сможем. Так что лучше убить стрелковый ряд. Да, лишились мы ужасно много людей. Так, тебя тогда... Ну, не знаю, тебя. Так, лучше их вылечить. Так, тебя и тебя. Так, давай тебе дадим. И тебе. Вылечь его. Обезвредить его. Есть. Смогли. Это было очень сложно. Теперь пришло время разделиться последовательно со всеми врагами, засевшими на остановку, которую церковь. Ну хорошо. Пошлите. Уф, это было очень-очень сложно. Вы не представляете, как. Но стратегия помогла все-таки. Так, задание на разгром баронов. Нифига себе, хорошие вещички, я смотрю. Ага, значит, вот эти вот людей надо устранить. И потом его, да? Хорошо. Понял. Ох, что случилось? Английская опека. Ладно, давайте воскресим. Блин, и нету этих, а. Жалко. Может, давайте найдем где-нибудь снадобье. Тут нету, жалко. Ох, чё ж такое-то, а? А, все. Блин, и снадобья это нет, а? Придется все равно тратить. Ладно. Чего не сделаешь ради? Сами знаете чего. Так, нет, нет, не то. А, у него уже есть. Нет, не, не уже не это. Так. Так, тебе на это бери. Ох, хотя нет, подожди. Лучше нет. Бонус. Ей бы очень пригодился бы этот бонус. Я смотрю. И сила магии. Да, у всех есть свои амулеты, но я думаю, четками. Четки лучше убрать. Так, дать вот этому, например, 2. Этому дать. Чтобы у него было побольше инициативы. Ну, практически все. Что там, защита стрелковая? Защита стрелковая, да? Ладно, дадим тебе. Быстро. Ух, нифига себе, классная армия. Вообще боюсь. Видимо, это глюк, либо не знаю, что это может значит. Так. Так, раз, раз.
И раз, все, смогли. Все разворачивается очень хорошо. Кстати, нифига себе пираты какими стали. Еще один цепной пес короля. Да, против таких пиратов не будет ни до шуток. Угу. Это стоит тоже. Проникающий удар. Меч кровопийца. Вот такие дорогие я бы не стал покупать. Ничего такого. Но шлем викинга бы я купил. Ради такой защиты. Ну что ж, давайте займемся да, последовательно, как они сказали, устранением тех или иных феодалов, которые являются приспешниками враждебного короля. Так, благословение, укрепление. Давайте благословение вырубим. Что-то он не рад нашей встрече, уходит почему-то. Так, давайте ему дадим. Ему дадим. И не знаю, кому еще дать. И ему дадим. Так, сразу же убиваем вот этих двух дам. Жалко, нельзя убить до конца. Ну, я имею в виду одним этим. И этих нельзя убить так сильно. Вот так. И так. И так. Есть. Да, здесь они чуть-чуть являются очень, сами знаете кем. Блин. Вот это вот мне уже не нравится, такой распорядок. Есть. И этого. Так. Ох, нифига себе. Вот это прилив сил у него. Так, так и так. Ему еще раз. И ему. Так, этого убьем. Давайте добьем, скорее всего, вот этого человека. Так. Раз, раз. И раз. Да ёшкин кот, а. Умирай давай. Ничего себе, какой опыт. Да, будет сложно с таким гарнизоном-то. Но я думаю, мы справимся. Постепенно мы выполняем миссию, которая на нас была возложена. И думаю, в конечном результате мы все-таки сможем победить. Но это будет нелегко и не скоро. Хотя я хотел бы побыстрее бы уже закончить этот сценарий, потому что на очереди очень много разных других сценариев фан-карт, приготовленные подписчиками. Ну, группа ВКонтакте. Знак рыцаря. Проникающий удар. Вот это я понимаю. Стоит его купить. Да. Так. Теперь-то. Как раз у него нет одного слота. Можно позволить ему. И давайте сходим сюда. Все-таки надо вооружить, не знаю, хоть чем-то, но вооружить надо своих этих начальников стражи. Начальников. Начальников. Так, щит единорога у нас имеется тут. Кольцо воина. Давайте кольцо воина купим. Все, атака рукопашная плюс 5. Ну, думаю, вот так сойдет. Кавалериста ничего нет, да? Жалко. Надо ему что-то приобрести тоже. Например, скажем, кинжал ловкач. Думаю, будет хорошим приобретением. Так, теперь нам стоит взять еще несколько. Святую ярость. Ох. Мана 900 требуется. Хорошо. Думаю, она нам пригодится, когда мы будем штурмовать замок Шервуд.
Так. Есть. Взяли чуть маны. И что ли, в путь? Святая ярость. Ох. Вот это будет бойня. Так, сюда. Сюда. Ну, скорее всего, не знаю, кому бы еще дать. Ну, давай сюда. Итак, кого же? Этого, этого и этого. Так, вот так и вот так. Это было слишком легко, чтобы быть правдой. Ну, расстреливаем и расстреливаем. Так, все, смогли все же, смогли, молодцы. Казарма такая же, как обычная. Ох. Да, понабежишь же нам налогов после этого, а? Ну ничего. Я думаю, мы сможем прокормить эту огромную ораву. Вот тут, подожди, мы еще... Да, мы еще сильные, можно попробовать. Ох, ну конечно, после того, как еще он стал уже пушкарем. Это реально уже. Ох, как раз. Ну, просто по-суперски. Мы сейчас разгромим, собственно. Так, так, так. Тебе дадим. Ну, собственно, все. Смогли мы разгромить даже этих пиратов. Теперь мы сможем одеть нашего сержанта. А у тебя уже есть такой, да? Мечок. Ну, я тебе могу дать вот этот. Думаю, тебе будет как раз. Компенсируем, конечно же, его инициативу. Вот этим вот колечком. И в бой. Придумывать новые планы. Как можно же все-таки победить? Кстати, кровавый крест. Он бы пригодился, но пока что на нем нет нужды. Кстати, давайте продадим. Что ли? Рынок, инвентарь. И пойдем еще сюда. Посмотрим, что тут есть. Ну, будь у меня лучник, я бы ему купил бы этот арбалет. Гнев Господен. Ну, что-то. Хотя гнев Господен нам бы понадобился, да. Ладно, пожалуй, его возьму. Так. А, ну тут уже есть. Ну, не будет лишним. Возьму-ка я сюда его. Вот, все, он защищен от магии смерти. Супер. Одного феодала уже захватили. Кстати, доход стал побольше, что ли? А, надо забрать быстренько. Жалко, мана также не прибавляется, как наш. Сами знаете что. Ух, ничего себе. Это продолжение или... Не знаю, что островное государство. Ваш главный враг, король вашего императора. Король, враг вашего императора. Его назвать императором? Хотя, да, его, с ним шутки плохи, я думаю. Что у него там продается? Да. Супер все продается у него.
Так, глаз рыси давайте купим сразу же. Ну, кому бы дать его сразу, а? Так, ладно, с инициативой покончено. Жизнь хиты плюс инициатива 10. Плюс дает увертливость. А, хотя мне увертливость не нужна, так таковое. Да, даже не знаю, что делать теперь, а. Ладно, тогда возьмем этот шлемик. Дадим ему вот этого. А самим дадим его кирасиру. Ладно, так и поступим. Так. Уже горло аж запершело. Пить хочется. Отлично, маны взяли. Это будет очень долгая битва. Так. Давайте сначала попробуем замок. Так, сюда, сюда и сюда. Так. Так, этого, эту и этих. Собственно, справились. Так, этого и... Блин, всего лишь два. Ладно, справлюсь. Так. Смогли? Ух, сколько опыта аж взяли. Вот это да. Нет, я не так хотел. Сколько там еще осталось у нас? 13 часов. Ну, на его поимку мне хватит, думаю. Так нечестно у него, блин, а. Ладно. Придется бороться с несправедливостью таким образом. Так. 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 Ну и так. Блин. Жалко, нельзя так сделать. Ну что ж. Так, давай тебя тогда полечим быстро. И тебя полечим. Всех полечим. И тебя чуть-чуть понизим, чтобы было легче тебя убить. Так, так. Вот все. Убили еще одного феодала. Вот-вот, залог успеха. Тактика. И зелье. С чарами. Думаю, к тому моменту, когда мы всех уже поставим на колени феодалов и самого короля этого самоназванного, я думаю, мы сможем победить нечисть уже с нынешними войсками. Мы уже пиратов нагнули, победили, потопили, не знаю, все с ними сделали практически. Ну, тоже любители конницы. Святая ярость. Блин, а. Сейчас, тогда не знаю, что делать. Так, тогда придется прямо здесь сделать святую ярость. Ну, давай сюда иди. Так, сюда, сюда и сюда. Сразу же убьем вот эту. Вот этого выскочку сразу убьем, не колебаясь. Этого убьем и этого убьем. Нет. Ух, ничего себе, силища какая.
Да, вот это надо же было. На всякий случай. Раз и два. Уф. Но это было жестко. Так. Да, жалко, у меня тут нет ничего это, чтобы можно было бы тебя. Ну, кучу денег мы срубили точно. Так, тебя, тебя и тебя. Ну, по старой схеме, короче. Так, тебя, тебя, тебя. Полечим сразу тебя. И вот так. Нет, 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 нет. Жалко. Жалко пчелки. Плюс 8 хитов. Плюс ему 3 действия. Фу, 2 действия. Так, тебя убьем и тебя. Все, смогли, слава богу. Ура, все союзники короля разбиты, пришло время разобраться с ними самим. Но так как он очень силен, то мы, император, предлагает вам помощь. Найдете ее в церкви. Ага, понятно все. Найду, найду. Не беспокойся. Наконец-то я могу сделать рыцаря. И погнали смотреть там помощь от императора. Но если это будут какие-то войска, я, блин, не знаю, что сделаю. Мне нужно какие-нибудь вещественная помощь, особенно в виде оружия. Так, помощь церкви. Вот, эта магия вам поможет. Вручены оцепенение. 30 инициативы, 5, количество 10 минус 1. Кстати, да. Возможно, возможно. Вихрь скорости. Все, я завихрился. Подожди, давайте сравним лучше. Сила магии плюс 10, иммунитет к магии плюс 4. Тут. Нет. Не лучше. Лучше оставить до лучших времен. Хотя. Ну, давайте лучше оставим для лучших времен. Пошлите лучше их. Побьем короля этого самоназванного. Ох. Так, теперь оцепенение. Иди сюда, оцепенись. Ох, как. Ну, все. Теперь иди сюда. Да что такое, а? Блин. Снято было с него. Так. Вихрь скорость. Ну, видимо, это было обратное тому самому заклинанию. Ну вот. Убили всех, кто мог бы помешать. Так. Почти. Блин, жалко, у короля нету этой короны. Я думаю, она нам понадобилась. Ох, сколько вещей я с него-то упала. Шашу. Так, вау. Нам бы это пригодилось. Воина света. Так. Сюда иди, тебе наденем. Так, что ж еще-то можно им предложить? Вот так. Вот так. Прям все самое лучшее. Тебе дадим.
Не знаю, как это может понадобиться, но лучше дать. Так, ну практически все. Теперь отправляемся, что ли, на короля? Точнее, на последний его оплот. Убиваем всех его пушкарей. Так. Так, добьем этого тоже. И этого так. Опустим. Ничего ж себе. Вот это. Вот это зелье, вот это чары. Суперски. Так, все сделали. Теперь можем. Кстати, вот все-таки да, да? Да, сделали. Что-то не было никакого, не знаю, праздничного салюта в честь этого. Как-то странно. О, ритуальный торговец смерть. Нам понадобится это. Теперь мы должны, кажется, нежить, да, убить? Так, где это было? Создание на разгром баронов. Ну, мы вроде разгромили. А, теперь некромантов нужно. Так. Давайте. Я иду к себе. Ох, так, святое покровительство. Ну, ох, у меня еще остался вихрь. Супер. Увертливость. Так, а это кто у нас? Вурдалак. Удар персонажа игрения противника, а также получает 30% урона врага. Так. Давайте убьем некроманта до первую очередь. О, слава богу, ничего не произошло от его убийства. Этого убьем. Надеюсь, у них нет защиты от магии. О, слава богу, нет. Так, так. Ну и тебе. Есть. Ему тоже не страшна же защита от магии. Ну да, как я и ожидал. Так, тебе, 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 тебе. Собственно. Некрономикон? Или как его? Блин, не могу никак, а? Ладно. Забыли об этом. Тогда сперва вурдалаков надо убить. Даже 2-10 осталось, нифига себе. А так? Нифига себе. Какими мы усилиями уничтожили все-таки. Ох. Так. И тебя. Да уж. Увлекательная серия, кстати. Так. Ну, тебе, в общем, образом. Так. Вроде как тебе надо, и тебе надо излечиться. Блин. Все, смогли уничтожить из этой башни всех. Жалко, у меня нет этой ведьмы. Было бы суперски. Так. Да, как и ожидал, нельзя использовать.
Вот жалости. Ну, я уже поменял на эту. Так что вот такие вот дела. У всех есть какая-то особенность. Ладно, не будем забивать голову. О, духи Гуго еще. Да вы офигели. Так, так, так и так. Да, тут уже дела обстоят совсем по-другому. Так. Да, рыцари смерти тут не жалкие. Так, смог. Так. Так. Еще. Вот тут не убивайте их, пожалуйста. Они ничем не повинные люди. Не надо их убивать. Так, так и так. Так и так. Давайте полечим. Ну и все. Давайте. Вот так мы и уничтожили почти всех. Вот жалко, что это только почти всех. Так, и тебя. Нифига себе у них сила тут. И опять не некрономику, да? Или как его называет-то, забыл совсем. Так, от ведьм тоже будет очень много всего нехорошего. Так. И так. Да, это будет долгая битва. Все-таки. Нет, блин, а. Ну что за... Вот что за невезение. Так, еще, еще и еще. Так, а теперь посмотрим на тебя. Всего лишь на два. Итак. Итак. Блин, ну так и будет делать это, а? Блин, а. Что же делать? Так всю армию разрушит мою. Не останется на замок. Блин. Да черт возьми, что ж такое-то, а? Похоже, у него и регенерация есть. Да, 15%. А. Ну вот и все, практически. Он просто навсего не может его убить. По крайней мере, так кажется. Ну, теперь все ясно. Как можно его победить? А, блин, черт. Жалко, что мне это только показалось. Нет, сильно не набирай, блин, а. Да ёлки. Ну ладно, сейчас я вам, ребят, все прокручу лучше.
Ну вот и все, ребят. Последний удар. Пока. О, мы это смогли сделать, дура. Но впереди нас ждут еще больше испытаний. По крайней мере, этот замок говорит об этом. Это точно. Был тяжелый бой. Наконец с нас причитается. Наконец нас причитается. Вау, вау. Нифига себе, нас одарили как чем. Так, быстро воскресим. Нифига себе, они уже 4 уровня все. Ну, вроде, как бы ничего там и нету такого. Ну, прошлите, что ли. Святое покровительство. И Святой Ярсь. Чтобы у них не было никаких шансов нам противостоять. Ну, конечно, сначала надо взять долги, а потом уже отправлять на смертную эту битву. Смертельную. Я оговорился. Так. Так. Что ж. Мы убьем этих двоих. Есть. Смогли. Ух. Смогли. Ура. Давайте. Давайте чуть-чуть. Есть. Ура, задание епископа выполнено. Ура, все враги побеждены, император ждет вас. Знать бы, где он еще ждет нас. А, ну конечно, в церкви, наверное, скорее всего. Да. Королевская корона. Поздравляю вас, вы очень хорошо постарались ради меня. Я думаю, звание герцога будет достойным подарком. Нет, ты чё, короля мне делай. Так, королевская корона. Парадокс. Меня сделали герцогом, дали королевскую корону. Ну. Ой, спасибо тебе, Максим Крухин, за суперскую карту. Мне она понравилась. Конечно, она была не такой продолжительной, но мне этого хватило. Спасибо всем, кто меня смотрел. Ставьте лайки, комментируйте. А пока что всем пока.